Югорские самбисты завоевали две медали на всероссийском турнире. Соревнования по самбо в честь благоверного князя Александра Невского прошли в Кургане. За звание сильнейших боролись юноши, которым недавно исполнилось 16 лет. От Югры на турнир поехали 10 самбистов, воспитанников 6 спортивных школ. По итогам двух соревновательных дней на пьедестал почета поднялись двое югорчан. Егор Юлаев из Сургута смог завоевать золото турнира. Вартовчанин Давуд Будайханов стал третьим.